Доброе утро, мир. Доброе утро, люди, живущие в нем. Все, похоже, меня везде видно. Жду вас. Традиционно вернули... я не взяла ручку, ну да ладно. Традиционно вернули утренние эфиры в жизнь, в реальность. Жду, вижу, что вы присоединяетесь. Жду Инстаграм, во всяком случае, уже вижу. Аня, привет. Вижу вас, вижу, что вы присоединяетесь. Рада вам очень. Приветствую. Ой, Александр, давно я не видела вас. Хорошо. Так, для тех, кто меня видит в первый раз, традиционная моя утренняя речевка, для тех, кто меня видит в первый раз, в репостах своих друзей, меня зовут Светлана Корбыч, я психолог. Доброе утро, психолог на всю голову, поднимаю людям самооценку и доходы. Быстро, больно, честно. Так, говорить мы сегодня с вами, поскольку самооценка и доходы, говорить мы сегодня с вами будем о законах бедности. Основные пять, на самом деле есть там дофига правил бедности, правил достатка. Вот сегодня поговорим про законы бедности, завтра поговорим про законы достатка. И с теми будем смотреть, как с этим можно разобраться и как это все дело можно обернуть в свою пользу. Что-то еще умное хотела сказать. Да, все мои эфиры можно посмотреть в Инстаграм, там сейчас это удобнее, поскольку они идут подряд. Все-таки они будут впоследствии перенесены на YouTube тоже. Доброе утро, рада видеть. Посему, если какой-то эфир, который я буду упоминать сегодня, который вела в прошлом, вам интересен, можно зайти в мой профиль Инстаграм, они там идут, ну, почти, то есть и долго искать хотя бы не надо, да, потому что в ленте Facebook все-таки листать нужно, ну, чуть-чуть подольше. Окей. Так, ну что, поехали, да, трам-пам-пам. Так, хорошо, тут посыпались сообщения. На сообщения я отвечу чуть позже. Сегодня будет не длительный, ну, такой небольшой будет эфир, потому что, ну, я так думаю, во всяком случае, да, потому что законов таких основных, которые я выбрала, это даже не про распределение денег, это именно про формат мышления. Да, вот законы в формате мышления, которые приводят... Елена, приветствую, наверное, это было доброе утро. Я могу так себе предположить, хотя не знаю, ну, потому что текст пошел на английском. Так вот, первый закон, да, 5 законов бедности сегодня, 5 законов достатка завтра. Первый закон, закон очень похож в стиле Мерфи, что называется. Знаете, есть такие законы Мерфи. Вот законы подлости. Очень рекомендую, занятно. Я вчера один из законов вчера прям публиковала. Возможно, буду периодически приветствую вас всех. Ага, доброе утро, приветствую. Возможно, буду периодически ссылаться на Мерфи и публиковать его законы так, чтобы, ну, с тем, как их можно обходить, да? Так вот, первый закон звучит следующим образом. Если денег нет, их станет еще меньше. Если денег нет, их станет еще меньше. Да, закон подлости, законы Мерфи. Возможно, кого-то сейчас при этих кому-то сейчас при этих словах могло стать просто дурно. Во всяком случае, когда я впервые встретилась с этим, мне стало именно так. Если денег нет, их станет еще меньше. Почему? Смотрите, что происходит и как с этим делом обойтись. Когда у вас фокус внимания на том, что денег нет, когда у вас денег нет, у вас фокус внимания на их недостаче. Да? Много есть, много рекомендую о том, что вы должны, значит, у вас фокус внимания должен быть на деньгах. Да, вот фокус внимания должен быть на деньгах. И многие люди считают, что у них фокус внимания на деньгах. Но на самом деле у них фокус внимания не на деньгах, а на их нехватке, на их недостаче, на их отсутствие. А в вашей реальности проявляется то, на чем у вас фокус внимания. Если вы считаете, что у вас деньги есть и в достатке, то этот достаток будет расти. Если вы считаете, что у вас денег нет и вам их не хватает, то вот эта нехватка будет расти. Эта нехватка будет расти. И это штука, которую на самом деле достаточно сложно обойти, потому что, ну, мне сейчас можно возразить серии «Свет». Ну, прекрасно, но если у меня там кредит на 10 лет вперед расписан, да, и, ну, и все мои доходы уходят на кредит, и еще за что-то нужно жить, очень сложно удерживать внимание на достатке. Да, ну, такое, на самом деле, наверное, вполне логичное
вполне логичное возражение. Так вот, прекрасные, знаю очень хорошо, поскольку не просто так уже много лет работаю с темой денег, и в свое время проходила сама и кредиты, которые непонятно вообще каким образом выплатить, и ощущение тотального отсутствия денег, и выбор между хлебами и сигаретами, в то время, когда я еще курила много, как паровоз. Кстати, в пользу сигарет выбирала, да. А потом со всем этим делом все это дело закрыла, и кредиты, и долги, и сигареты. Так вот, ну, знаю, проходила, и обратите внимание на следующее. В этом всем можно найти элемент достатка. То есть я вам буду сейчас говорить не просто законы, да, а что с этим сделать. Отслеживайте у себя, вот поделитесь, отследите, есть ли у вас такое ощущение, что вот было ощущение, что денег нет. Да, вот денег нет, а потом еще вдруг что-то происходит, и их становится меньше. Вот ощущение, что денег не хватает, а потом еще что-то происходит, и еще там куда-то нужно их срочно деть. Да, доброе утро. Угу. И это как раз вот следствие этого закона. Теперь в любом этом состоянии можно найти элемент достатка. И вот на этот элемент достатка фокусировать внимание и, ну, что называется, благодарить. Элемент достатка может заключаться в следующем. Может заключаться в вашем прошлом, может заключаться в видении настоящего. Что значит ваше прошлое и ваше настоящее? Я когда-то об этом уже упоминала. Привет, Дина. Люди не умеют, в большинстве случаев, вы не умеете видеть деньги вокруг себя. Посмотрите еще раз сейчас, прямо вокруг, и обнаружьте, что вы окружены деньгами, просто в разной форме. Стол, за которым я сейчас сижу, да, там 2 телефона, лампа, кофе, не знаю, дом. Это все деньги в разной форме. Доброе утро. Это все деньги в разной форме. Если у вас есть крыша над головой, и вы сегодня завтракали, это деньги в разной форме. И, возможно, на какое-то время вас сейчас, ну, у кого-то может сейчас подняться раздражение из серии «Света, о чем ты сейчас тут говоришь, да, мне завтра платить там что-то, у меня именно налички нету». Но попробуйте, вот я прям настоятельно, понятно, что из этого закона выходить, вы не один день и не один год в этом законе жили, и выйти из этого закона вот так вот сложно, но если вы будете практиковать, у вас получится. Вот прям точно-точно знаю, поскольку и получилось у меня, и получилось у многих моих клиентов. Обратите, начните смотреть на деньги, пусть даже в разной форме. Вы должны помните, как в «Матрице» был такой эпизод, когда он начинал, он в смысле, господи, Киану Ривз, кто там главный герой «Матрицы», простите, забыл прямо уж. В общем, не буду я пытаться вспоминать главного героя фильма «Матрица». Кто смотрел, вспомните, да? Когда он вдруг начал видеть полностью весь мир, как код. Нео, спасибо, Надежда, забыла напрочь. Нео, да. Когда Нео начал видеть окружающий мир как коды, как цифровые коды. Вот попробуйте Немо, это, наверное, другой мультик. Угу. А в поисках Немо, да. Попробуйте посмотреть и увидеть вокруг себя мир, только вот не в цифровых кодах, а в деньгах. Ну, дом, в котором вы находитесь, это деньги. Кофе, который вы пьете, ну, либо я пью сейчас, да, это деньги. Хлеб, который вы едите, это деньги. Попробуйте увидеть деньги вокруг себя. Когда у вас получится переключить внимание на то, что денег вокруг вас море, много, очень-очень много, состояние безденежья начнет отступать. Это первый момент. Может появиться злость. Второй момент, да, вот это вот увидеть достаток, элементы достатка. Я спалилась, малышка смотрит Немо. Да, я Немо, кстати, тоже очень любила. Почему Немо? Угу, надо пересмотреть с мелкой. Окей, спасибо за идею, Наталья. Дальше, вспоминаем
насколько вы были окружены, я об этом помню, что говорила, но это надо вводить в практику, да, насколько вы были окружены деньгами, все ваше детство, у вас школа была, дороги были, не знаю, там врачи, даже если вы их боялись, были, еда была, одежда была, детские лагеря были, вот все это, что в вас вкладывалось, в вас вкладывались деньги, даже если родители говорили, денег нет, увидьте, что на самом деле в вас вкладывалось большое количество денег. Обнаружьте это и попробуйте почувствовать за это благодарность. Мне надо поставить так, чтобы я видела ваши... Вот, так что... Нео, угу. Так, чтобы я видела ваши комментарии на двух телефонах. Все, вот, я поняла, я не с той стороны ставила телефон. То есть то, что нужно сделать, да, почувствовать благодарность к деньгам за то, что они есть в вашей жизни и были. Даже если сейчас у вас есть ощущение, что денег мало, что денег нет, прям каждый день делайте это упражнение. Вам нужно переключить фокус внимания на то, что деньги есть, их много. Это первый шаг. Деньги есть, их много. Вот если возникнет такое, хотя бы вот, ну, удерживать это состояние, когда деньги есть, их много, в результате начнет, вы будете замечать, как начнет меняться реальность постепенно, и в вашу жизнь начнут приходить возможности. Еще раз, смотрите, когда мы говорим про увеличение доходов, когда мы говорим про увеличение количества денег, деньги не всегда, деньги редко приходят деньгами, деньги приходят возможностями, новыми людьми, новыми знакомствами. И здесь важно понимать, если фокус внимания на деньгах будет, на деньгах, а не на их отсутствии, то вы эту возможность сможете взять. А если фокус внимания будет на их отсутствии, вы эту возможность пропустите. Вы эту возможность пропустите. Так работает закон, если денег нет, их станет еще меньше. Если у вас фокус внимания на отсутствие денег, вы упустите возможности их увеличения. Если вы видите вокруг море денег, вот просто тренируйте в себе ощущение, осознание того, что вы живете в деньгах. Вы живете в деньгах, денег вокруг просто море, их просто валом, их очень много, да? Тогда вы будете видеть возможность, как их взять, Так, первый закон, если денег нет, их станет еще меньше, обойти его можно, тренируя в себе навык видеть деньги во всем. Ну и упражнение, которое я люблю предлагать, выделяйте хотя бы 1-2 дня в неделю, целыми днями, когда любую ситуацию вокруг вас происходящую, вы оцениваете с точки зрения, как я из этого могу сделать деньги. Самые бредовые идеи, самые бредовые какие-то, прям нужно натренировать мозг, как из этого можно извлечь деньги. Любая ситуация, прошла мимо маршрутки и не остановилась, как я из этого могу сделать деньги. Увидели, что кто-то ругается на улице, как я из этого могу сделать деньги. Увидели, не знаю, ребенок принес 5, как я из этого могу сделать деньги. 2 принес, как я из этого могу сделать деньги. Вот все, с чем вы сталкиваетесь, встречаетесь в течение дня, заподвергайте вопросу, как я из этого могу сделать деньги. Это переключит ваш, дает волшебные результаты, главное практиковать. Следующий закон бедности. 2. Идеи нужно записывать. Ты знаешь, Саша, хорошо записывать, но на самом деле здесь важно просто переключить внимание. Просто среди моря, ну, бестолковых на самом деле каких-то идей будут гениальные. Потом будет следующий, конечно, шаг, к которому мы переходим ко второму закону, да, эти идеи воплощать. Но это следующий шаг и следующий закон. Следующий закон, говорит, на украинском он хорошо звучит, бедный думкой богатие. Да, на русском бедный мыслью или там думкой, я не знаю, можно ли сказать на русском слово думка, на украинском есть такая, на украинском есть такое слово думка, мысль. Да, на украинском говорят «бедный думкою богатеет». «Бедный мыслью богатеет». Задавать вопрос, а придет ответ постепенно, если пока его нет? Нет, искать ответ. Вот здесь, смотрите, есть разные техники вопроса и ответа. Да, есть техника Грофа, аффирмация. Это когда вы входите в состояние,
да, например, представить, что вот что бы я чувствовала, если бы у меня там на счету был, не знаю, ну, у меня нет цели пока, верно, на сейчас у меня нет цели $1 миллион, ну, к примеру, там, не знаю, там, $1 миллион, да, что бы я чувствовала? Ну, например, как-то так-то и так-то, да, вот войти в это состояние и задать вопрос, почему у меня есть $1 миллион, да, и, ну, и не искать ответ. Это техника Грофа, это называется аффирмация. А вот техника тренировки финансового мышления, там искать, не просто задавать вопрос, а придумывать варианты ответа, придумывать идеи, как из этого можно сделать деньги. Ну, у меня эта техника, у меня эта штука натренирована, ну, очень сильно, у меня, я в свое время специально тренировала, на самом деле, еще раз, я, правда, делюсь только теми практиками, которые испробовала по меньшей мере на себе, еще и на множество клиентов. И я когда-то тренировала в себе эту штуку специально, и у меня сейчас самый большой затык, на самом деле, не в видении возможностей, да, я могу придумать из воздуха, как сделать деньги. А во втором, вот в этом вот бедной думкой бы хотеть, да, мне нужно, я не успеваю реализовывать все то, что, все те идеи, которые приходят. Правда, я много идеями делюсь, и потом периодически радуюсь и вижу, как, ну, у кого-то они происходят, и у кого-то они, ну, прям идут вперед. Это на самом деле не может не радовать. Ну, то есть, каждый раз, когда я вижу, что моя идея не мною воплощенная, хорошо взрастает, работает, приносит деньги, я ставлю себе, вешаю себе очередную медальку о том, что я, ну, классно умею генерить финансовые идеи, идеи, приносящие деньги. Но это навык, который нарабатывается. Это навык, который нарабатывается простым вопросом, как из этого, вот из любого, ну, из любой ситуации задавать, какие-то идеи будут бредовые, вот прям честно. Да, какие-то идеи будут, ну, совершенно абсурдные, ну, как бы не те, ради котов, за которые стоит браться. Какие-то идеи начнут приходить, вы будете понимать, что, блин, и вот это можно сделать, и вот это можно сделать, и вот это, и вот здесь деньги, и вот здесь деньги, и вот здесь деньги, и вот здесь деньги, и еще вот там вот тоже деньги, и самое и сложное начнется в выборе. Да, в выборе, и вот поработать с законом, который называется «бедный думкой богатеет». Что значит «бедный думкой богатеет»? Это второй закон бедности. Это когда от мыслей, от думок не переходится к действиям. Вот это второй закон бедности. Это свойственно, на самом деле, есть определенные структуры характера, которым это свойственно. Поздней воле это свойственно очень сильно, когда люди, которые не очень различают реальность от идеи, и когда они в идеях строят планы, у них в идеях просто уже дворцы выстроены, и им тяжело, в самых разных контекстах на самом деле, в деньгах это просто очень ярко проявляется, у них уже выстроены дворцы, они уже напланировали себе все, но по факту в реальности нет изменений, потому что это остается все в мечтах и в планах. Здесь есть два момента, почему это происходит. Не два, три, да, ты дединял, чтобы я сейчас вас не обманула. Три, боже, чока лезет в глаза, не вижу я тут своей Ины, для того, чтобы... отдельная тема. Запишусь после эфира. Так вот, сбилась с мысли. Да, три причины, почему это происходит. Да, есть определенные структуры характера. Это, кстати, будет четвертый модуль социального мужества. Четвертый модуль социального мужества будет посвящен этому. Когда человек, ну, несколько путает, смещает реальность и иллюзию, и ему, вот он там напланировал, ему он как будто бы уже проработал, он как будто бы уже устал, у него уже нету энергии, там он весь день занимался планированием, он затратил на мыслительный процесс такое количество энергии, что к действию нету сил переходить, и, собственно говоря, уже вечер, уже с завтрашнего дня, либо уже с понедельника, да, и потом, а завтра нужно еще что-то додумать, какие-то детали, еще пока какие-то детали додумался, уже опять вечер, уже опять с завтрашнего дня, либо со следующего понедельника. И к реальным действиям это не переходит. Постоянно человек зависает в каком-то там планировании, доработке, перфекционизме и так далее, но не двигается в реальное, ну, в реализацию. Это один момент. Второй момент, почему так может происходить, когда у человека, ну, такой эффект воздушного шарика, это следствие шоковой травмы, когда человек сильно разъединен с реальностью, когда он, ну, он сильно разъединен с телом, и тогда... Или тогда процент реализации его планов примерно равен проценту
его контакта с телом. Потому что, смотрите, тело, вообще, тело – это и есть жизнь. Ну, давайте по-честному. Тело – это и есть жизнь. Мы на Земле живем в теле. Нам повезло. И мы материализовать что-то можем только через тело. Без тела фиг реализуешь. Без тела можно только мыслить. Да, и вот когда есть шоковая травма, когда есть такое серьезное разъединение человека от его тела, да, тогда его процент реализации, материализации, то есть тело это материализация человека в мире, да, процент материализации человека в мире равен ему, его контакту с телом. Можно проходить отдельно модули в социальном мужестве, да, это не шоковое. Вот шоковые травмы нельзя, в шоковой травме в проекте надо пройти все 4. В социальном мужестве в целом можно, конечно, лучше проходить полностью, но можно заходить, то есть там, знаете, как идет, оно, в принципе, оно где-то наслаивается одно на другое, но отдельный модуль взять можно, и проходить отдельный модуль тоже, да. Так, поехали дальше. Да, и третий момент, из-за которого это может происходить, это свойственно, если про структуру, то это свойственно таким эмоциональным. Эмоционалам, помните, мы говорили, да, им сложно выстраивать логические цепочки, у них получается такой, знаете, разрыв между идеей и реализацией. Вот я хочу, сижу вот здесь сейчас с вами и хочу $1 000 000. Кстати, вот что-то я стала часто про этот пресловутый $1 000 000 говорить, надо про него подумать. Ну да ладно, подумаю про него чуть позже. Да, хочу. Но я сейчас, ну, энергетически точно не дотягиваюсь. Ну, честно, я не дотягиваюсь еще до $1 000 000, да? Я не дотягиваюсь. Ага, например, ну, $10 000 меня, например, не вдохновили, там, $100 000, я хочу миллион. Ради 100 тысяч, либо ради 10 я шевелиться не буду, они меня не вдохновляют. А получаю я, например, я не знаю, там, ну, я сейчас не очень хочу про себя, да, получаю там, ну, 10, потому что, да, не знаю, там, 50 тысяч меня не вдохновляют, я хочу сразу миллион. А получаю, например, там, 10, да, или там, 7. И как бы напрягаться ради 50, ну вот я миллион хочу, а напрягаться ради 50 харит, да, я не знаю, может быть, встречаю, простите за сленг, но вот я именно так, именно это встречаю часто в работе, когда человек ставит, зарабатывает, не знаю, там, $500, да, а ставит себе цель на миллион или там на $100 000, говоришь, окей, а давай-ка вначале мы придем там хотя бы там 1000-1500-2000. Да нет, ну вот это 1000-1500-2000, ну вообще меня это не вдохновляет. Я хочу звезды. И нету вот этой логической последовательности о том, что не научившись заработать там 1000-1500-2500-5000-10000 и так далее, к миллиону точно, либо там к тем же 100 точно не придешь. И вот этот разрыв, и нет понимания тогда, как к этой сумме, к этим деньгам прийти. И человек зависает в этих мыслительных процессах. Это второй закон. Да, бедный думкой богатеет. Что здесь хорошо сделать? Здесь хорошо простраивать, либо хотя бы, ну, да, хорошо бы пойти посмотреть на эти структуры через тело, какие там программы живут, это было бы хорошо, но хотя бы поработать с планированием назад, с простраиванием. Что значит с планированием назад? Не тогда, когда вы планируете, да, сегодня я делаю это, завтра я делаю это, а представить себе вот конечный результат. Я вчера на Метусе объясняла эту тему. Либо загляните, если хотите, в диаграмму Ганта. Просто в Google наберите диаграмма Ганта. Очень люблю с ней работать. Это маркетинговая история, это управленческая на самом деле история, это даже не психология, но диаграмма Ганта, кто знает, очень хорошо работает. Когда вы себе ставите и говорите, окей, я, например, ну не знаю, там, к концу 2021 года должна выйти на такой-то доход. Супер! Что я должна сделать в декабре, чтобы в начале декабря, чтобы в конце декабря это стало реальностью? Что я должна сделать в ноябре? Что я должна сделать в октябре? Что происходит в сентябре? И вы начинаете планировать назад уже из момента, как будто реализованной цели. И с вот этим планированием назад потом вы уже делаете, можете строить планы. Да, тогда, когда... Либо есть такая классная техника, называется раскрутка вниз... называется раскрутка, то есть первый вариант, да, что сделать с этим законом, это построить себе планирование назад до подробнейших
понятных шагов. И вторая техника, которая помогает с этим справиться, это раскрутка вниз, либо серпантин реализации. Это когда вы задаете себе два вопроса. Два вопроса. Что мне мешает и как это исправить? Два вопроса. Я эту технику даю обычно в конце игры кэсов. Прям, по-моему, предпоследнее задание. Ну, одно из последних. Что мне мешает и как это исправить? Да, ну, например, хочу зарабатывать столько-то денег. Что мне мешает? Не знаю, где столько платят. Ага, как это можно исправить? Например, прошерстить Google, либо Яндекс, ну, любой поисковик, да? Супер. Окей, что мне, ну, да, и, например, там прошерстили, узнали. Что мне мешает сейчас? Например, не хватает каких-то скиллов, каких-то знаний, каких-то навыков. Либо есть какие-то психологические блоки. Что мешает исправить? Ну, не знаю, найти... О, у меня тут зарядка. Ля-ля-ля. И так далее. Тогда, когда, тогда как вы дробите на очень понятные, простейшие шаги, которые, ну, на уровне снять телефонную трубку, позвонить. Да, вот, вот на, до такого уровня, и тогда из этого закона можно выскочить. Следующий, третий закон, мне надо понимать, что у меня по времени, простите, ага. Третий закон бедности звучит очень просто. Прекрасные. Если вас раздражают богатые люди, если вы не любите богатых людей, если вы считаете, что все богатые олигархи, сволочи, которые наворовали, не стать вам, не прийти к вам к достатку. Не, ну, потому что это ребята, которые представители эгрегора денег. Люди, которые очень богатые, это ребята, которые представители, это представители эгрегора денег. Если вас раздражают, если вы не любите, ненавидите, злитесь на богатых людей, считаете их сволочами, олигархами и так далее, мордами зажравшимися, нет, вы не станете, ну, у вас нет шансов, понимаете? У вас нет шансов приблизиться к этому. Поскольку вы тем самым, ну, да, как можно хотеть получить от эгрегора денег, если его представителей вы хаете? Да, если вы их там не любите, не ненавидите, злитесь, раздражаете и так далее. Как к этому можно прийти? Аж никак. Это все равно, что ненавидеть деньги. Знаете, хоть я денег люблю, этих сволочей нет. А те, кто умеет с ними обращаться, нет. Да, сделайте простое упражнение. Введите себе правила. Прям поисследуйте олигархов, реально поисследуйте модели людей, которые очень хорошо зарабатывают, которые богатые, в той валюте, в которой вы мыслите. То есть, если вы мыслите в гривны, если вы из Украины, тогда наших украинских олигархов. Если вы мыслите в рублях, вы в России, ваших российских олигархов. Если вы мыслите в шекелях, вы из Израиля, значит, израильских олигархов. То есть, в той стране, в эгрегоре той страны и той валюты, в которой вы находитесь, в которой вы мыслитесь. Поисследуйте их биографии. Прям досконально. Выберите себе кого-то, кто вам будет симпатичен. А если богатых боишься, если богатых боишься, то здесь либо родовая какая-то история, но техника сработает та же. Техника сработает та же. А тут вопрос, что значит боишься? Ну, мне бы здесь чуть побольше мяса, ну, чуть побольше информации, потому что, ну, если есть какой-то олигарх, да, я не знаю там олигарха вашей страны, ну, я не знаю, с какой вы страны, Татьяна. И он, то есть, есть в Киеве какой-то, не знаю, там олигарх, не буду сейчас там говорить про фамилии, да, ему до меня... Ну, собственно, вообще дела нет. Там чувак рулит своими миллионами. Чего мне его, ну, да, какой, как на чем тогда будет основан страх? Он себе сидит в Киеве, рулит своими миллионами. Я сижу в своей Одессе, да, там рулю своими финансовыми потоками, которые до миллионов, ну, еще не дошли. Так бы, давай будем честными. Да, ну, что значит боишься? Я говорю про олигархов. Тут надо бы смотреть, да, где вы соприкасаетесь с олигархами, что вы их боитесь. Но техника может сработать та же. Выбрать себе какого-то олигарха, который будет вам симпатичен, чья биография будет вам откликаться. И каждый день смотрите, выберите его фотографию, да,
И каждый день смотрите на эту фотографию 2, 3, 5, 7 минут, пытаясь отправлять благодарность этому человеку за факт существования. Просто за то, что он есть, и за то, что он своим примером показывает, что денег может быть много. Чувствую, что они взрослые, крутые, а я маленькая, не такая, как они. Ну так может быть, они взрослые, крутые, а я маленькая, не такая, а вы маленькая, не такая, как они. А при чем здесь страх? Ну, я тоже не такая, как они в чем-то. В чем-то такая, в чем-то лучше, в чем-то хуже. Не принципиально. Где здесь страх? Ну, они большие, да. А ну, будет ли страшно смотреть на фотографию какого-то незнакомого вам олигарха? Да, опять же, здесь вопрос, ну, есть страх здесь при чем? Я же не предлагаю вам идти и назначать с ним встречу и пить кофе. Да, просто возьмите олигарха какого-то, выберите олигарха, возьмите его себе. Да, возьмите фотографию, когда, ну, чья биография вызовет у вас уважение. Да, потому что на самом деле есть действительно ребята, которые, ну, ребята, да, люди, которые действительно к своим деньгам пришли каким-то таким путем, который вы еще не пришли. Да, и отправлять благодарность этому человеку за то, что его путь показывает о том, что путь к деньгам возможен. Показывает о том, что путь к деньгам возможен. Это поможет справиться, преодолеть этот закон ненависти, да, ну, либо страха так же самое, страха к олигархам, страха к этим богатым людям. Я предлагаю брать, ну, прям богатых людей. Так, двигаемся дальше. Если вы четвертый закон бедности, если вы не выбираете себя, деньги не выбирают вас. Это сложненький закончик, его сложненько будет обойти. Но я думаю, что потом пятый, сейчас мы придем к этому, поможем. Если вы не выбираете себя, деньги. Вчера смотрела на жену владельца крупной компании. Какая такая красивая женщина. На самом деле, кстати, есть такая штука, да, есть такая штука, что, ну, как бы богатые могут позволить себе быть красивыми. Много лет работала у миллионеров. Они такие же, как все, только очень смелые. Я работала с миллионерами. Я еще нет, но я с ними работала, да, и с владельцами крупных компаний. И, блин, это, ну, вот прям да. Знаете, это такие же простые ребята, на самом деле очень простые. И люди, которые действительно пришли к своим деньгам, а я знаю таких много, которые, да, не миллионеры, да, еще, может, не миллиардеры, да, но да, миллионеры, да, они пришли к своим деньгам. Ну, когда я консультирую компании, понятное дело, да, что там, ну, люди, которые с миллионами. Но это очень простые люди. На самом деле, там пафоса как такового особо нет, даже если есть, они имеют на это право. Но пафоса как такового нету. Они очень простые, они такие же, как мы. Просто они более рисковые, они более смелые, они более... Причем прошедшие, ну, поверьте, во всяком случае, те, с которыми я работала, прошедшие Крым-Рым медные трубы и с той же уровнем травматизации совершенно прекрасно с ними можно и общаться, и работать, и гулять, и, ну, в общем, и многое что делать. Абсолютно такие же, да, только смелее. Надо посмотреть на нее поподробнее, да. Ну и тут надо посмотреть, смотрите, Наталья, не только на жену владельца крупной компании, да, а чем она занимается. Может быть, надо смотреть не только на жену, но и на самого владельца тоже. Да. Так, если вы четвертый закон, чтобы мы успели, если вы не выбираете, я сейчас гляну, что по времени, есть, успеваем все. Если вы не выбираете себя, деньги не выбирают вас. Иллюзия, вот это, знаете, там, выбери себя. Да фигня все это. Да, выбирать себя больно. Буквально недавно писала об этом. Выбирать себя очень больно и очень страшно, потому что, выбирая себя, вы отказываетесь от многих догм устоев, рисков, в смысле, и берете риски, с которыми встречаться очень страшно. Очень страшно. Выбор сказать «да» себе, выбрать себя – это сказать «да» себе, да? Сказать «да» себе – это, как правило, сказать «нет» кому-то. И мы, на самом деле, каждый день выбираем, кому сделать больно. Многократно мы выбираем, кому сказать «да», кому сказать «нет». И говорить «нет» другим больно. Больно и страшно, потому что есть понимание, какой я должен быть хороший, сейчас мы к этому тоже придем,
потому что есть понимание, какой я нужен. Сейчас вот к этому как раз-то и подойдем, про нужность. Да, какой я нужен, какой нет, так. Я себя чувствую спокойнее, увереннее и в своей компании богатых людей. Там очень мало суждений и меньше сомнений. Абсолютно верно, Сина. Абсолютно верно. Мне тоже, да, у меня просто есть опыт общения с очень богатыми людьми, и с ними на самом деле у них есть чему учиться, с ними очень интересно разговаривать, послушать их опыт, это просто, мне посчастливилось в силу своей работы, мне посчастливилось общаться с очень богатыми людьми, я очень ценю это общение на самом деле. Потому что там, чем-то я могу им быть полезной, но сам опыт, да, посмотреть, как и на их мышление и общение, это очень интересные ребята, и осуждение там вообще минимум, и сомнения от ребят, которые таких, ребята действий, люди действий, а не просто слово. Вот у них я, наверное, отчасти у них научилась, потому что я такая была, но мне кажется, что я много у них научилась. Разница между решил и сделал почти нет. То есть они решили, они сделали. Решение принято, вот оно действие. Да, там сопли никто не жует. Так. Помните, я вам давала... Те, кто постоянно смотрит, возможно, вы вспоминаете. Да, я давала... уже скоро год назад, где-то в августе, август, начало сентября, я давала эфир по взаимодействию с системами. Вот это туда же, да, посмотреть, какие взаимоотношения с кем вам важно сохранить. Взаимоотношения с кем вам важно сохранить. И взаимоотношения с кем вы готовы отодвинуть на второй план в выборе своего финансового роста. Придется признать, что да, если вы будете выбирать, постоянно выбирать других, то из себя выбирать не будете, то и результаты будут у других, а не у вас. И на каком-то этапе вам придется выбирать либо я, либо другие. Либо я, либо другие. Из этого момента вы выбираете несколько, то есть тех, кто вам действительно, кто часть вашей жизни, без которых, от которых вам сложно и вы не хотите отказаться, и смотрите, как ваш выбор себя может положительно отразиться на ваших отношениях. То есть вам надо придумать, как ваш выбор себя может положительно отразиться на ваших отношениях. И в дальнейшем, это может быть, сейчас объясню про что я. Например, не знаю, приведу пример одной своей хорошей подруги. Разговаривали, потому что мне часто говорят, вот там, а дети, а муж, а семья. Разговаривала с, не так давно, разговаривала со своей подругой, много лет дружим. Разговаривали о детях. У нас старшие, взрослые, старшие дети, наши взрослые. Младшие козявки еще, а старшие взрослые. Разговаривали о наших старших детях. И, значит, подруга мне рассказывает о том, что ее старший ребенок предъявлял ей претензии там, о том, какая она хорошая или плохая мама. На что моя подруга сказала примерно следующее. Она сказала, смотри, мне жаль о том, что я это делала. Да, мне жаль о том, что это было, действительно. Но сейчас можно продолжать, я могу сейчас продолжить, посыпать голову пеплом, а могу просто тебя поддержать. Мне жаль, но я точно ничего уже не изменю. И, пожалуйста, не надо оглядываться сейчас на то, что я делала, что я делала тогда. Да, всю поддержку, которую я могу тебе оказать сейчас, я окажу. Но вернуться назад и что-то исправить я уже не могу. Поэтому если ты хочешь продолжать обвинять меня, да, ты можешь, да, но если ты готова двигаться вперед, я готова идти с тобой в диалог. И с одной стороны, это может казаться сейчас жутко, да, и страшно, но в этом большая... То есть в этом моменте она выбрала себя. В этом моменте она выбрала себя. Она отказалась говорить, о боже, какая я плохая мама, какая я ужасная, как я вообще своего ребенка обидела там 15 лет назад, какой ужас, и испортил себе весь день, да, и при этом дать инструмент манипуляции ребенку, пусть даже выросшему ребенку, да. Это один момент. В этот момент она выбрала, и это то к чему, склонны многие на самом деле, да, потому что мама всегда самая травмирующая фигура, все мы все дети, и своих родителей, мы все мамы своих детей. И как бы мы ни старались быть хорошими мамами своим детям,
Ну, периодически кто-то тоже влетает в самый... Здравствуйте, Мария. Периодически каждый влетает в какую-то свою яму. И можно посыпать голову пеплом. Можно сказать, да, мне жаль, но я двигаюсь дальше. Да? И вы в этот момент выбрать себя, не отдать саму себя на, и на манипуляцию, и на посыпание голову пеплом с там, запоротым настроением, с запоротыми переговорами, с запоротыми сделками и так далее. Один из таких вот пример, да, когда, ну, да, да, это было, да, жаль, ну, извини, я сейчас исправить ничего не могу, я дальше могу тебя поддерживать, если ты к этому готов, если тебе это важно и нужно, я могу быть рядом, но мочить себя за то, что я уже сделала и не могу исправить, я тоже не могу. Вот это вот один из примеров, потом уже разговаривали, почему она сделала, потому что ей там нужно было и сделки в этот момент закрывать, которые впоследствии бы, конечно, положительно отразились, либо не отразились на ее выросшем ребенке. И так далее. То есть вы смотрите, с кем вам важно сохранить, отношения с кем вам важны, и как ваш выбор себя может положительно отразиться на этих людях, на которые вам важны. И последний, пятый закон на сегодня. Если вот, потому что я догадываюсь, что здесь сложно, такая сложненькая тема, если есть вопросы, задайте. Да, возможно, я смогу, ну, как-то ответить. И пятый, последний закон звучит следующим образом. Если вы покупаете нужность, у нас заканчивается батарея, Инстаграм, надеюсь, хватит. Если вы покупаете нужность, вы тратите деньги. Если вы продаете нужность, вы получаете деньги. Еще раз, если вы покупаете нужность, вы тратите, вы теряете деньги. Если вы продаете деньги, продаете нужность, вы приобретаете деньги. Что значит покупать нужность? Остановила так обвинение меня, моей дочери. Да, имеет место быть, да. Это не про то, что мне не жаль, это не про то, что я не готова это принимать, да, это про то, что я принимаю, но я могу двигаться дальше, да, я могу перестать мочить себя за прошлое. Угу. Еще раз повторюсь, если вы покупаете нужность, вы теряете деньги, если вы продаете нужность, вы приобретаете деньги. Если вы покупаете нужность из страха, да, из желания быть нужной, из желания быть хорошей, когда в ваши финансовые взаимоотношения влезает желание быть нужной, хорошей, вы начинаете... делать скидки, вы начинаете не брать деньги, вам неудобно, вы тратите свое время и ресурсы, покупая нас, да, ради желания быть нужным, хорошим, значимым. Да, в этом месте вы деньги теряете. Это тоже про выбор, либо не выбор себя. Вы покупаете нужность. Вы покупаете нужность. Если вы покупаете свою нужность, вы деньги теряете. Если вы нужность продаете, вы деньги приобретаете. Потому что если вы продаете нужность, вы продаете пользу. Это раз. Вы даете людям значимость, вы даете людям нужность, вы даете людям признание. Это то, что вовлекает людей в желание, да, пробуждает у людей желание быть с вами в контакте, общаться с вами, взаимодействовать с вами. Если вы при этом продаете пользу, то вам на самом деле платят с радостью и удовольствием. И это пятый закон бедности либо достатка, его можно по-разному, конечно, рассматривать, интерпретировать. Просто большинство людей, увы, ах, нужность покупают. И вы можете выбирать вашу нужность, вы будете покупать нужность свою, либо продавать нужность. Собственно говоря, понятное дело, что моя рекомендация вам пересмотреть, где вы нужность покупаете, и пересмотреть, где вы нужность можете продавать. Становитесь продавцами нужности. Это то, что принесет вам гораздо больше денег. Сейчас я еще раз гляну. Да, я умничка, уложилась вовремя. Итак, пять, резюмируя все, что мы говорили сегодня. Пять основных законов бедности с тем, как их обходить. Первый. Если денег нет, их станет еще меньше. Обходим, научаемся видеть везде деньги, да, и включать благодарность за это. Дальше, бедной думкой богатеет, да, бедной мыслью богатеет. Я рассказывала, как выходить из этого. Угу. Третье, если вы не любите богатых, деньги не будут любить вас. Да? Если вы не любите богатых, вам ими не стать. Я рассказывала упражнение с олигархом. Если вы выбираете, не выбираете себя, деньги не выберут вас.
да, это про выбор себя, про честное признание, что да, это больно, и это выбирает, ну, либо, ну, это всегда, либо вы, либо другие, либо я, либо другая. И пятое, если вы покупаете нужность, вы деньги теряете, если вы продаете нужность, вы деньги приобретаете. Это было все, что я вам хотела сказать на сегодня. Если вы эфир был полезен, делитесь, пожалуйста, эфиром. Мне важно, ну, я понимаю о полезности, понимаю по количеству репостов. Запись, да, конечно, будет, сейчас сохраню. Мы встречаемся с вами, завтра в 9 утра и будем говорить с вами о законах достатка. Это было все на сегодня. С вами была Светлана Горбач, психолог на всю голову. Делитесь, пожалуйста, эфиром и до завтра. Завтра в 9 утра жду вас. Пока-пока. Зоечка, во благо.